На Дніпропетровщині з'являться школи IT та робототехніки. Перший такий заклад в області планують відкрити у Дніпрі вже восени 2018 року. Про всі подробиці цього проєкту сьогодні говоримо з нашим гостем Юрієм Голиком, радником голови Дніпропетровської облдержадміністрації. Пане Юрію, я вас вітаю. Добрий вечір. Отже, яка головна мета IT-шкіл? Главная цель – это дать детям образование, которое отвечает вызовам 21 века, а не середине 20-го, потому что система образования в нашей стране, она кардинальным образом отличается от системы образования в других более развитых странах, в тех же Соединенных Штатах Америки, либо в странах ЕС. И появление таких школ на территории Днепропетровской области даст возможность, во-первых, готовить кадры для аналогичных школ, которые будут появляться впоследствии, во-вторых, во внеклассное время давать детям совершенно новые знания, которые в школе они не получают. Почему? Потому что если вы посмотрите на название робототехника, то первый раз это слово вообще прозвучало в 1941 году, когда известный писатель-фантаст Айзек Азимов написал свой рассказ «Лжец», и там было такое слово «роботикс», ну то есть робототехника, роботехника. И робототехника – это на самом деле система, которая создает эффективные технические системы для того, чтобы производство развивалось не экстенсивным, а интенсивным путем. А робототехника – это прикладная наука, и она в себе связывает несколько наук, в том числе и механику, и робототехнику, и IT. Поэтому это на самом деле концентрация лучших мировых практик, которые есть вот в таких отдельно взятых школах на территории Днепропетровской области. Ну, я вже дещо проанонсував, сказавши, що восени 2018-го саме у Дніпрі з'явиться перший такий заклад. Давайте поговоримо про кількість, взагалі скільки заплановано, наскільки це багаторічний процес і таке інше. Смотрите, давайте тоді немножко спочатку почнемо. Тобто, вот при системі образування, в которой, там, в частности, учился я в школі, у нас була школа, куди ми ходили утром, і у нас були так називаємо дворці піонерів, або там дворці молодежи или там техники, да, и молодежи, в которые мы ходили после урока, вот там уже занимались там, ну, мы, например, там программированием, где-то шахматами, где-то там на гитаре играли и так далее. То есть это был такой досуг. А сейчас эти дворцы находятся в ужасном состоянии, по сути, там ничему не учат и ничему там научить не могут, потому что материально-техническая база этих заведений давно уже не обновлялась. Мы хотим на базе этих дворцов выделить отдельные школы робототехники. К 1 сентября мы хотим их открыть 7. Это Днепр-Каменская, Павлоград-Першотравенск, Желтые воды, Никополь-Покров. То есть в каждом городе на балансе вот одной из таких организаций появится такая мини-школа, которая будет занимать там 100-150-200 квадратов максимум, в которой будет сделан полностью капитальный ремонт, по сути реконструкция, в которой будет находиться куча оборудования, там будут находиться компьютеры, 3D-принтеры, там будут находиться лазерные станок, там будет находиться паяльное оборудование, и будут находиться преподаватели, которых мы отбираем и готовим уже сейчас, с тем, чтобы они свои знания передавали детям. А на базе этих же центров мы будем обучать преподавателей из других населенных пунктов области с тем, чтобы в следующем году, к следующему 1 сентября, еще несколько таких школ робототехники открыть в других городах области. Якщо говорити про кошти, за чий кошт все це буде відбуватися? За кошт обласного бюджету. Фінансування предусмотрено іменно в обласному бюджеті. На це буде тратитися порядка 1 мільйона гривень на одну школу під ключ. Це включає ремонт, заміну всього обладнання, покупку нового, заміну меблі і так далі. І к 1 сентября ми розраховуємо, що вони розпахнуть свої двері і діти туди будуть ходити. Ви вже частково відповіли, але все ж таки, технічне забезпечення – це сучасне українське, чи це закордонне, чи що це буде? Адже от нам би дуже хотілося, щоб там було сучасне українське щось знаходилось, але, допустимо, давайте скажемо чесно, оскільки там повинні знаходитися комп'ютери, то комп'ютери краще покупати, мабуть, марки Apple, условно говоря, ну я, наприклад, пользуюсь, а це ніяк не українське виробництво, к сожалению. Хоча нам хотілося б, щоб Apple збирали в Україні, там було ззаді написано, що «Design in California, assembled in Ukraine». Поки такого нет, но, надеюсь, когда-то мы к этому придем. А там будут находиться 3D-принтеры, я уже сказал, будут находиться лазерное оборудование, паяльное оборудование. Самое главное, необходимое количество современных компьютеров, на которых дети смогут заниматься с предустановленными всеми программами. Если говорить про век детей, которые смогут відвідувати такие школы? Вы знаете, мы, когда начинали этот проект, мы изучали опыт Броварской такой частной школы. Филипп Духли есть известный блогер в Фейсбуке, он один из идеологов этой школы.
Мы у него спрашивали, какого возраста дети туда приходят. Ну, понятно, что если ребенку год или два, ему, наверное, рано, а если, наверное, 18, то он думает больше о выпускных экзаменах. Да? С другой стороны, он говорит, что основная масса детей, это ходит там, с 7 там, до 12 лет вот в этом промежутке, особенно 10, 11, 12, 13. А дальше зависит от интереса ребенка, хотя есть и 5, и 6 лет к ним приходят и чему-то учатся. Чем раньше они начнут учиться, на самом деле, чему-то современному, тем лучше. Кроме того, вы должны понимать, что это не замена школы, это так называемая, ну, то, что раньше называлось там условно продленка, когда дети оставались в школе и что-то делали, а здесь они не остаются в школе, их родители куда-то отводят. Вот то, что раньше называлось словом кружки. Добре, наскільки я розумію, коштом обласного бюджету будуть зроблені ремонти. А стосовно от дитина ходи, хто буде сплачувати? Ніхто. І взагалі, ну, в смысле, дитина... чи буде це додатковий тягар для батьків? Ні, ні в коєм случаї, тому що всі от такі заведення, там, дворці там, техніки, або технічної молодіжі, як вони раніше називалися, вони так знаходяться на балансі государства, і государством фінансуються. К сожалению, государство такое количество собственности и такое количество учреждений, что оно иногда просто не представляет, чем оно управляет. Вот мы методично такие вещи находим, и каждый из них пытаемся придать новое значение. То есть, ну, я вам другой могу пример привести. Есть огромное количество домов культуры на балансе местных органов самоуправления, которые часть из них закрыта, часть из них не соответствует своему назначению. Вот, допустим, первый такой огромнейший ДК культуры вместе с Константином Усовым, народный депутат от фракции БПП, мы реконструировали в Кривом Роге. То есть это сейчас совершенно новое звучание для Дома культуры. Мы будем строить абсолютно новый Дом культуры, который будет называться «Культурный хаб» в Новоалександровке, это возле Днепра. То есть наша задача тому, что есть на балансе государства, придать новое значение. Поскольку это уже на балансе государства находится и ранее было бесплатным для родителей, оно не может быть по определению платным. Как родители не платили за посещением ребенка, при посещении ребенка этих заведений, так и не будут платить. Знову пропоную повернутися до тих міст, де з'являться перші 7 шкіл. Чому серед них немає Кривого Рогу, про який ви хвилину тому зазначили? Ми відбирали по той матеріальній базі, яка там є, по гарячим глазам місцевих представителів, ну, там, в тому числі мерів і місцевих депутатів. Тобто, по... у Вілкула старшого очі не горять? Ні, вопрос не в цьому. А у них, на самом деле, очень сильная матеріальна база. У них там, ви ж розумієте, що Кривий Рог – це промышленный город, огромное количество подобних, ну, не подобних, а подобних по смыслу, скажем так, учреждений, которые там тот же Арселор делает. Допустим, Арселор очень сильный центр подготовки кадров, которому может вообще позавидовать любое ПТУ в нашей стране. Он в разы сильнее, потому что сделан там за их частные деньги, они действительно себе готовят кадры. Но, понимаете, у нас просто всегда исторически было как, что основное внимание области всегда удивлялось двум городам – Днепр и Кривой Рог. Да, мы понимаем, что при 3,5 миллионах населения в этих городах сосредоточено 50% населения области. Но ведь Першотравенск, Покров, Никополь – это такие же граждане нашей области, нашей страны, как и мы с вами. Мы хотели делать акцент именно на маленьких городах. Поэтому мы, с одной стороны, делали базовую площадку в Днепре, как в областном центре, а с другой стороны, мы начинали с маленьких городов и искали людей с горящими глазами там. А вторым заходом мы уже переходим на более крупные города, и в том числе на Кривой Рог мы понимаем, что в следующем году мы это будем делать. Знову пропоную повернутися до теми кадрів. Наскільки складно зараз знайти тих, хто би потім... Ну, ви ж знаєте, що є хороша фраза «кадри рішають все», так. І кадри завжди тяжело знайти. І на самом деле ці школи робототехніки – це гра в довгу. Тобто дітям закладається любов к технічним предметам і к техніці. Ми розраховуємо, що вони виростуть спеціалістами, кожен в якійсь сфері з технікою зв'язаний. Тому це от підготовка кадрів. З точки зрення того, хто обучає, нам є те, чого ми відталкуємося. Це Броварська школа робототехніки Філіпа Духлія, куди обов'язково поїдуть всі преподаватели на практику и увидят то, как она работает, а на самом деле они, когда открывали Броварскую школу, у них произошел очень интересный случай. Они закупили кучу технику, открыли двери, а потом поняли, что не совсем до конца понимают, как с этой техникой обучать детей и что с ней делать. То есть они набили уже свои шишки, и этот опыт передают нам. Соответственно, мы эти шишки набивать не будем. Это приятная ситуация, учиться на чужих ошибках и повторять лучший позитивный опыт кого-то, кто уже этот путь прошел. А дальше мы рассчитываем, что первые учителя, которые мы подготовим на базе вот школы Филиппа, они будут готовить следующих учителей, которые на территории области. Здесь главное
требование у нас к любому преподавателю, который в эту систему попадает, это не наличие технического образования, потому что на самом деле в нашем понимании это не краеугольный камень, а наличие желания и, опять же, горящие глаза, желание детей чему-то обучать и впитывать в себя эти новые знания. Ну, а если говорить про заработную плату, приватная школа – это приватная школа. А дело в том, что эти школы на самом деле не существуют, там зарплата платится, и согласно там тем нормативным сеткам, которые есть, вот государство как платит, так платит. Другой вопрос, что сейчас эти преподаватели преподают что-то одно, ну, либо занимаются, ну, в совершенно диких условиях, да, а они будут преподавать нечто другое, более современное, в современных, комфортных европейских условиях. Ну, до речи, если вы сказали, а какие самые направления IT-технологий будут застосовываться? Ну, смотрите, любая робототехника на самом деле в понимании любого человека, если смотреть со стороны, это купить в магазине электроники робота и его запрограммировать. Поэтому первое, что должны чему учить, это минимальному пониманию того, что называется написание кода. Второе, это то, что нужно уметь работать и с 3D-принтером, как самым современным оборудованием, и с лазерным оборудованием, потому что лазеры уже везде применяются, и учить детей чему-то простому делать что-то. А по большому счету все, что они там будут делать, то есть это, вспомните, когда у нас с вами были уроки труда, нам давали там лобзик, да, какую-то пилку, или там, мы что-то там или выжигали, и потом это приносили мамам, папам, домой показывали. Вот, по сути, это то же самое, только на более совершенно другом уровне, и приносить они будут не железную заготовку. Добре, про більше, скажімо так, багатокрокові перспективи говорити зараз не будемо, але все ж таки хотів би почути, на скільки років ця програма запланована? Ну, не хотілося б говорити там слово «навсегда», але ми рахуємо, що «навсегда». Чому? Тому що настолько в мире все меняется, что 2 года назад еще никто про робототехнику не задумывался. Да, сейчас весь мир с замиранием сердца смотрел, как Маск запускает ракету внутри с родстером имени себя, и она там по орбите крутится. То есть кто-то раньше считал, что только государственные компании могут заниматься ракетостроением, а сейчас этим занимается частная компания, делает это эффективнее и в несколько раз дешевле, чем государство, ну, в данном случае Соединенные Штаты Америки. Поэтому мы рассчитываем, что такие школы появятся по всей области, и они будут постоянными. И мы хотим, чтобы в рамках тех компетенций, полномочий, которые у госадминистрации есть, мы не можем изменить процесс образования в школы, мы можем только отремонтировать школу, сделать ее новой, то, что мы и делаем. И мы можем создать на внеклассном обучении какие-то новые интересные кружки и специальности, которым дети будут обучаться. Ну, добре, тоді дякую і бажаю вам, аби ваші плани здійснилися якнайшвидше. Спасибо. Ну, глядачам 9 каналу нагадаю, що у гостях у нас сьогодні був Юрій Голик, радник голови Дніпропетровської облдержадміністрації, а говорили про створення майбутніх школ IT та робототехніки.